Дети и учителя детского сада Яни Усики города Силламяя – большие любители театра. Всегда в начале учебного года группы выбирают сказку, на которой основывается их будущая постановка. Игра, роли, пение и танцы – это часть обучения и воспитания детей. Способствующая речевому развитию, а создание хорошей творческой среды является поддержкой для удачного выступления детей. С 28 марта по 1 апреля в детском саду прошла традиционная театральная неделя. В течение недели ребята беседовали на темы о разных видах театра и театрального искусства, о правилах для зрителей, о профессии актера, о декорациях, костюмах, реквизите и многом другом. Ну а сегодня, 1 апреля, в День смеха, прошла премьера спектакля «Сипсик и день рождения Анну». Ну, в нашем детском саду это уже стало большой традицией. Ежегодно мы в марте месяце проходит театральная неделя. К этой неделе готовится весь детский сад, каждая группа, каждый педагог, каждый ребенок. Каждая группа показывает какое-то театральное представление небольшое, драматизирует. И вот такой выход у нас, да, сегодня произошел. Дети старшей группы показали прекрасную сказку, которая была подготовлена учителями группы «Сипельгат», детьми группы «Сипельгат» на эстонском языке. Это очень так впечатлило нас всех. Работа эта трудоемкая, но дети и педагоги справились с ней. Я вообще считаю, что детей необходимо приучать к театру, к драматизации. Это очень важно, потому что дети раскрываются. От какого-то ребенка мы не ожидаем, да, вот такой выход. А смотришь, большая работа проведена, и ребенок очень сильно раскрывается, показывает свой скрытый талант. Спектакли ребята играли на эстонском языке. Насколько было легко репетировать? Ну, делать это было непросто, так скажем, да, потому что на родном языке дети не всегда могут эмоционально показать того или иного героя, а на неродном языке это сложнее в два раза. Но совместная работа педагогов и группа «Сипельгат» у нас работает в пилотном проекте. То есть есть и два педагога русской программы, и учитель эстонского языка ежедневно и целый день на группе. Поэтому работа такая слаженная, командная. Вот, и я думаю, что результат нас всех порадовал. Впечатления родителей после премьеры спектакля. Очень понравилось, что спектакль на эстонском языке, что дети справились со своими ролями, что образы подобраны настолько точно. Вызвало восторг вот это представление сегодня. Так что для нас это сюрприз. И, да, мы в восторге, родители в восторге, конечно. И обязательно на эстонском, потому что очень радостно видеть, что дети говорят на эстонском, понимают, когда им что нужно сказать, и говорят практически без акцента. То есть это радует. Следите за последними новостями вместе с командой ЕСН ТВ.